Джекли здесь есть. Более-менее по демократичным ценам может купить тебе, но ты должен свой аккаунт и пароль дать. Ебать. Так Так можно что через... да, я очень, очень боялся этого дела, но вроде не обманул. Своего Steam аккаунта, вот, ну, типа логин и на пароль. Хранение. Да, на хранение! Да, я к этому и вел! Так, я стрим запустил, я счел. Да, ради бога, да, что ж, ладно. Теперь это национальное достояние. Вот. Ну, я просто на всякий случай. Так как Костя год говорился, что столько контента пропадает. Да, ну, что-то он, видишь, он... Как это? Одной шуткой ограничился, мягенькой пока что. Это было до или после? Ну вот у него вчера только видос. Вчера вышел видос. Там сам... Я интересно. Имею в виду, вы до твоих видосов это было или нет? Что это? А, привет, ага. Чат. А, аневризма в мозгу от этого диалога произошла. И панифризма. Я после этого дойду водички налью, а то у меня ничего нет. Конечно. Охладить. Да, снизу охлаждать будет, как пол твой. Класс. Это, кстати... А вентилятор поставят? Ладно. Я понял. Блин, я почти заказал Oculus за 31 500, но чувак все отправил. Новый... В пленочке там все дела, но, блин, у него закончились теперь вот. Пока ни у теперь кого нет. Теперь без Окулуса. Да. Как жаль. Как жаль, такая нужная вещь в хозяйстве. Да. Ну, может, я каждый день буду играть, кто знает. Ага, да. А. Тем более, мне это полезно, я особо никуда не хожу. На работу ходи. Тем, кто особо никуда не ходит, полезно ходить. Да. Заки будет по комнате ходить кругами. Ну так, ну чё? Чё? У них это, вдова прискорбная. Отходите, отходите за меня сразу. Вам сейчас вдова накидает. Её моя турель испугала. У меня щит отвалился. Блин, это что-то занято там или что? Я вроде как отвалится. Ты можешь пострелять в меня назад, сайдет? Ну ты, так. Блядь, двигайся еще быстрее. Спасибо. Ну они по мне стреляют так-то. Ой, меня лечить? Вылечен, блин, вылечен. Ага, хорошо, мерси. Почти добили Ренхарда. Да, добиваю его. Добил. Давай, вот здесь аккуратней. А не надо, да пусть стоят. Че они, два медика? Они же, у них же респа там, я лучше щит восстановлю. В смысле, нету звука? Блять. Звука нету? Чего звука нету? Жаль. Так, мы тут такие звука шутки отвешивали, а классные. А можно подержать немножко щит под этой... Да, головой? Держу. Да, ладно, держу. Мне там прилетело. Мне прилетело, или не надо. А она перепрыгнула. У меня ульта почти есть. Надо вдову убирать наверху. Убрал. Я вдову перестрелял. Уже второй. Вы готовы? Готовы, Лень. Блять. Ебаш. А что ты сделал, я не понял. Я просрал ульту. Ну вы... А, он тоже, так что все нормально. Так, появился звук, нет? Скажите. Ребят, здесь наверху чел. Бля, он отхиливает. У тебя? У тебя наверху или где? Метка, Лень, вот здесь на лестнице. А. Бля, не спас Мойру. Редко. Оу. Эх. Добили ничего они себе меня наконец. У них этот маразмата. Добивай Трейна. Хорош. Ой, лень, далеко убежал. Да. Бо, наебался, да. Это они. Смотри, там ульта. У них у всех на руль ты сейчас есть. Ну, хилься, что-то не...
Блять, нет, ты далеко ушел. Так можешь вернуться, пожалуйста. Да, нет, не могу, меня уже убили. Не могу. У них вот медик урона вносит, блин, как дикий. Ах ты, козлина, блять. Постарайтесь медика у них этого, стреляющего. Я сам медик. Да, я понял. У нас... Я как-то закинул. Более-менее мерси могу убивать с Анной, но вот этих вот быстрых пиздюков не могу. Она нет, не сверху. Еще сверху, сверху тоже есть. У нас этот, Захи, ты за мной? Да-да, сейчас подойду. У меня просто ульта есть. Господи, меня саппорт их разъебывает. Да, я же сказал, саппорта надо убивать вот этого. Бля, далеко, Лень. Нормально, я же отпрыгнул. Денис, в смысле, далеко. Да, я понял уже, да, я за хилкой просто пошел. Будешь ультить, Лень, предупреди, я тебя... Уже ультанул. Хорош. Прекрасно. Здесь девочка лежит, ребят. Блять, ушла. Она сбежала, но бог с ней. Отлично, очень хорошо. Назад, 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 не ходите туда. Это да, же респайк, какой смысл? Да, я пытался трейсера догнать. А? Она сейчас тебя догонит сама. Блять, промазал, сука. Хил. Я мертв, Лен Денис. Отходи за спину. Господи, что там так расстреливает? Вот они метки. Трейсер. Они все стреляющие. Блядь, у меня сломался как раз этот. Ай. Сука. Живи, 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 живи. Лень, куда ты ушел? Я за угол аптечку взять. О, попал. Найс. Но меня сейчас убьют, Лень. Ну, меня тоже. Что ж поделать? Куда них, ты лезешь-то? У них солдат прям раскладывает. Да, он меткий очень. Ну тебе, кстати, лучше бы сменить, потому что он тебя разваливать будет только в путь. А как-то можно обойти? Тут другой выход есть? А, вот. Вот и вот слева. Блять, солдат вообще у них эхо стоит правильно. Похилишь? Мерси боку. Сзади, Лень, сзади, Лень. Я знаю, знаю. Сзади. Убью его сейчас, убью. Ах ты! Он наверх уехал! Звука не появилось ли случайно? Что-то топает, что-то топает, Лень. Да. Анимей взяли, убил. Анимей. Ага, да, сам посмеялся. Ой. Так, он обоссан, он обоссан. Нас синайнят, парни, синайнят. Ай, давайте, давайте назад. Синайнят. Бля. Ну... Где ж вы воюете-то, ёбаный рот? Ну, мы вперед ушли. Бля. Ну давай. Назад, я, назад, думаю, отходите. Тут не сливай только, Лень. Да, я понимаю, смысла нет. Бля, ну это, конечно, было стыдно. Мы вниз упали, ребят, аккуратней. Кто там? Да, они тут все ушел? Внизу. А, это не наш. Блять, сука, какой же ты... Под ультой, Лень, ты под ультой. Да я знаю, знаю. Мы еще. Убил. Сейчас я прочитаю. Денис, назад, 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 отходим. Голову. Денис, он тебя ёбнет, скорее всего. Ричард 3, спасибо огромное за 3000 рублей. Спасибо Денису за его говорящую голову. Окей. Там еще что-то было, сейчас я проверю. Лёнь, 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 вернись по нормально, здесь. Нормально, нормально, нормально. О! За спину мне, за спину мне уходите. Ушел, ушел, ушел. Там кто-то из наших не ушел. Значит, трейхард обойдет. А, нет, не обойдет. Не обойдет. У него ульта. У Рейна? Да. Пошел. А что? А, мы свою бля, единожку. Да, меня убили.
Я слишком агрессивно вылез. Сейчас у меня это рейн полетит, аккуратней. Всем, пора репикать эту хуйню. Да, пора уже давно причем. Да, я все никак ульту не мог слить. Возьми этого, рипера. Или, да. А что, звуки доната появились? Все, все сдохли, да, я один? Да, меня мой язык заколупало. Блять, она меня закрыла. Да. Так, есть ульта, если что... Тварь. Что ж такое-то, блядь? Что-нибудь дотащат, что ли? Дотащат, дотащат. Там лежит кон... спящий. А ну и что, Аник? Он буквально здесь, я это имел в виду. Да я понял. На точку надо. 3 метра, 2 метра, 1. Морозит меня, ли? Нормально, я на точке. Да ставлю. Какой же ты дикий-то, блядь, у них саппорт. Он у них дамага нанес, как второй ДД. Добивай, добивай. Хорошо. Да пошла-ка ты нахуй, пиздец. Она прям на тачке меня заморозила. Все, убил. Пиздец, блядь. Давай, 50 секунд надо продержаться. У Рейна ульта. У меня сейчас щит разъебут. Все. Так, тогда давай я тебе фокус. Отойдите в бок. Сейчас в тебя ульту дам. Так, минус заки. Хиллер у них. Сзади? Нет, ты умирал просто. А. Так, я фокус. Я щит нет, коплю, фокус, я щит коплю пока. Ха-ха-ха! Лёнь, беда. Я нормально, нормально, я жив. Пока что. Тебя этот дали. Стену я тебе не мог выхилить. Наверху, наверху. Ага, хорош. Минус мои. Так, и все. Да. Кто-то... Есть, есть, есть. Блядь. Откуда дополнительное время? Ну, кто-то да там тут... трейсер, наверное. Нет, так, сейчас я мини... Погодите, не стартуйте. А-а-а. Я, во-первых, сейчас быстренько... Короче, я поставил приложение Oculus. Он мне наебнул весь звук в системе. Вот, такие дела. Опрометчивый ты парень. Да. Так, сейчас у меня где-то был мини-гайд, как все настроить. Че, Чарик, как у вас дела? Мы с Митера Уксом. Чичатик. Чичатик, да. Так давно их не слышал. Не видел, точнее. Да, на месте Дениса я бы не покупал у этого человека ничего. Так. Ты видишь, да, в этой? Гнилые шутки ваши. Нет, а громкость нет. Я что-то не понял. В Дискорде картинка. А, картинка, со Steam-деком, да. Это, если что, просто мне скинули. Это не эта картинка. А, я думал, что это тот, через который ты пополнял. Это скин из Warzone такой. Ух, блин, в какой канал? Тогда неинтересно. Я думал, это типа такой контекст. Такой контекст. У меня ничего, у меня нормально все. У меня только в Oculus, это сейчас чат, у меня в Oculus только этот. OBS микрофон Oculus почему-то не видит. И комп видит, все видит, а вот OBS не видит. Так все хорошо. Подскажите, появился ли звук? Может быть, появился. Ну, тебя слышно в стриме, я просто открыл. Ну, вот игру не слышно было. Появился, да? Да, меню слышно, да. О, так, отлично. Так, ух ты, я какой громкий, нихера себе. Запускаю? Да. Сейчас. Ты за водой же сбегаешь, пока игра... Да, я думаю, сбегаю. Выигрываем. Выигрывать. Как скажете, это я могу.
Денис, ты знаешь, что такое DaVinci Resolve? Такое что? Что такое DaVinci Resolve? Так, я сбегал. Алекс, 228. 228. Аналог премьера. Спасибо за донат. Или автор эффекта. Лёня, готовишься к драке с Джеки Чаном, потому что в комнате ничего нету, и с эхо его слышно, плюс Заки нету звука игры. Ты ебанулся, что ли, вообще? Что это, блядь, там происходит? Что? Куда бегал? Ты куда бегал? На первый этаж? Да. Заки на себя прошивку скачал. На первый этаж. Заки просто живет на 31-м и на первом одновременно. Видимо, да. Угу. Не, просто... Смотрите, сайд это физический харассер. Слышь, я хотя бы до первого не задышки поднимаюсь. Нужно за что-то сражаться. До первого поднимаемся без задышки. Из подвала, блядь. Привет, чатик, всем привет. Так, звук игры вроде есть. Я имел в виду, что на один этаж. Одна ступенька по реблик перед входом в здание. Да-да-да, такой непреодолимая сила. Ну, у нас крыльца да, есть, так что да, все правильно. О-о-о, снайпер опять. Нет-то, ёб твою мать, здорово. На точку, на точку, нитхаль. У-у-у-у. РТ, тоже привет. Ой, блин, рейзовый. Он на точке, ребята, помогите на точке, пожалуйста. Иду. С КП он наверху. А ты наверху контест идет? Нет, он был внизу, а потом наверху. Нихуя влетает! У меня щит сейчас сломается. Сзади рипер, сзади, да, телепортнулся куда-то. На точке рипер или... А, Генжи. Угу. Опять наверх подошел, наверху сидит. Да господи, что ты не телепортируешь, что там разота? Добить эту мымру. Я хилят. Сейчас не хилят больше. Меня за неоткуда. Господи. У них Дзен опять въебывает, просто невозможно. Стоять на ногах. Нет, я дерусь. У них Дзен на первом месте по урону. Мне. А где ты? Сзади тебя, Лёня! Иду. Чё ты ругаешься? А чё у нас точку просрали? Вот я тебе говорю, а где у нас? А где у нас люди? Респайли. Всё нормально. Да, я вижу, но я не могу ничего с ним сделать. Он там, пойду ему. Сзади. Да, я понял. Что-то бафнул их. Да сраный Генза, возьмите кто-нибудь контрпик этому говноеду, я не знаю. Так, у меня ульта. Убил его. Да, Дзен поздно. Сейчас Дзена заберу с собой. Покататься, смотрите, будет весело. Нормально. Да, хорошо. Лёня был вроде как тихий, я его делал громче. Поэтому... А, лучше вернуть, да, теперь я очень громкий. Сейчас я поменяю, сейчас мы выиграем. Я поменяю. Я на себя отвлек, нормально. Дотяните. А, у них ульты, и Боб. Да, слегли. Ну ладно, у нас у всех ульты. По мне ульта попала, я там не выжил. Ой. У них -3 вообще-то. А, ну у нас -4. Ну ладно. Рамзес, сейчас все сделаю, хорошо. Я могу эту ульту лень дать, если еще. Да, сейчас, у меня скоро будет. Сейчас я Кирика не забываю. Я видел точки. Я помню, перечи. Да. Хорошо. Пойдем. Так, но у нас только после меня... зайду. Теперь я сильнее. Пока не надо, подожди. Давай. Все,
Физичка. Минус 5. Нормальный баф. Наконец-то Сайдет научился бафы нормальные давать. Лог газированный, спасибо за донат. Как думаете, сколько стоило бы место в деградках, если бы его можно было купить? $20,000. Так, сейчас. У нас есть так, обозначенный сайта, ценник. Да. Тише, Леню. Громче. Дарот, у нас с тобой есть обозначенный ценник. Бля, ну слушай, это супер контекстная шутка, мне кажется. Мне кажется, лучше уже не сделать здесь ничего. Что? Да не основатель жанра. Я рад, что я дал тебе заход на шутку. А пропуск кадров был из VPN. Погнали. Столбик, столбик, блядь. Босс Квит, столько же. Отвечу на твой вопрос. Так, что у нас тут? А, блин, мне надо менять. А возьми свинюшку, ты умеешь ей? Что? Умею, да, но свинюшка это... Очень тяжко за текстуры Лёнь упал. Господи, что ты меня заабьюзили тут? Да. Я не знаю, где ты был, я даже не видел. Я что-то шел, подпрыгнул и упал. Срана, куда ушла? Ну надо Генжи, конечно, этот дрюкать, он меня обижает. А, эта штука прыгать, что ли, не дает? Бля, мне надо менять. Ой, даже тебе больно, тебе очень. Да мне менять надо. Он против меня взял танки. Да, да, он щит. Я щит не могу держать от этого. Для меня харасит. Я знаю, вижу. Иду. У нас кинь, что сзади? Ребят, сзади. Наверх залез? Не, внутри. Хорошо. Спасибо. Найс. Блин, ну... Я что-то нажал, у меня написано unspecific... Короче... Unspecification? Именно. Кейтит только. Ну да. Что-то нажал не то. Ой. Готовьтесь. Буду. Добить. Добил. Лол, кек, а-за-за. Ничего себе. Найс. Ну отлично. Что? Момент матча. Я ему два хедшота влепил. Короче, я понял, как играть за трипера, нужно просто крыситься и в спину им сходить. Все так и есть. А потом еще и ультить так же. Это Кавейра от мира Overwatch'а. У них, правда, ульты сейчас, скорее всего, у всех есть. Там? Да, танк под ультой пошел. Лень, могу дать ульту. Не надо пока. Ты уверен? Да. Развернись, давай. Хорош. Я ждал пока. Вот этого я ждал. Все. Найс. Просто... Я понял, что ты хотел. Ульту да. На ульту я бы ему проиграл. Я увидел, да. Я дождался, когда у него закончится. Могу подлечить. Желающие. Защит просто вперед не выходить сильно. Теперь я сильнее. Идут, этот Денис идут потихоньку. Ага. Скажи, как врываться. Пока стой. Врывайся. Давай. Ребят, меня минусом убил. Боб у вас сзади. Да. Не получилось? Ну там вот одного только убило, а остальное мы это как корова. Там Боб. Я же говорю, вас Боб сзади. Я продолбал Боба. Я еще ульту слил. Ладно. Это им с рук не так, Арису ты взял. Ну, Арису пусть будет. Че, меня погодите. Господи, это что такое, блядь? Они перепикнули, да, на Арису? Да, да, он убрал вот эту штуку. Ну, Ариса нормально, я с ней могу справляться хотя бы. Все, Ариса раздолбал. Ой-ой-ой-ой, неправильно сделал. Ух, спасибо. Так, за ультиму у них дзен. Да пофиг.
Гензюк, караульте. Ага, да, хорош. Не, уже все. Ну чё, мой лучший момент матча будет. Вот этот. Ну, нормально. Хорошо. Да. Конечно, твой, блин, чей же еще? Не, ну там просто мало ли вдруг тяжело. Кстати, чатик, если кто-то шарит, как настроить прицел, напишите, в какое именно меню зайти. Я так и не смог найти, короче. Я даже гуглил там, и что-то не получилось. Заки, я нашел настройки, нажал, я уже вижу, где. Да, я не вижу. Настройки. И все. И все, да? У меня просто это, что-то куда-то не туда убежало. Сейчас, погоди. Так, все, теперь. Вот, блять, опять. Мы сука. Мы тебе больше не верим. Ну, у кого выжило? Я все пропустил. Управление. А, вот, вот это что? Управление, тип прицел, да, Заки, это оно. Блин, а что, нельзя, что ли, превьюшку было сделать? Чё-то не понимаю, нет превью прицела? Ну, нажми дополнительные настройки, Заки, увидишь превью. Важное, как так сказать, уточнение, что ли. Короче, они в Overwatch запустили же летние Олимпийские игры, вот эти опять. Вот, и в этот раз наконец-то добавили туда новый режим, а в Люсио Боли обновили карты впервые за 5, по-моему, или 6 лет. Ничего вот. Себе, так это, блин, вообще нововведение, тянущее на Overwatch 3, мне кажется. Да, там теперь есть, ну, Люсио Бол был, ну, всегда. А теперь еще есть Макакин волейбол. Но волейбол мне не очень нравится. Вот. А этот? Там маневренности немножко не хватает. А вот Люсио Бол с новыми картами забавный. Ты там на троих, насколько я помню, да? Да, да. Так что да, ну, мы туда такое. Не пойдем. Да, там... О, зацени, тут Мерсиал у нас со скином модным. Костян вырадовался. Ну. Да, Костян по-любому купил себе его за 30 евро, как, просто никому не показывай, чтобы не позориться. Он блестящий, а что у него кофта какая-то? А, лайфгард. Это бикини, только на жопе почему-то кофта, я не понял. Ну, чтобы не было этого, объективизации. Но когда на столе стоит, в принципе, заглянуть можно. Лёнь, ты когда-нибудь видел персонажа по имени Видоумейкер, чтобы не было объективизации? Не понимаю, о чем ты. Она когда ходит, если ее третьего лица смотреть, она так с такой там походкой просто, ходит, она что... просто объект, да, сама по себе. Так, одни снайперы. Скажи прощай своему щиту. Да, я уже сказал. Не, это я их чувачелли. Мне что-то прилетает с угла, ли. Понял, а я прилег. Ой, да, бля. справа там. А меня обоссали еще добавку всему, так что это мне не очень. Надо Кирику брать, походу, мне. Короче, Ханза опять какой-то хороший стрелок. Карта говно, вот еще. Ненавижу ее вообще просто. Та же хуйня, блядь. Супер дисбалансная, абсолютно неприятная. Блядь, это сейчас жопу мне мешает. У меня сейчас кончится ульта. Ой, ульта, говорю. Куда делся? Твою хер? Мать, да что ты будешь блядь, делать? Блядь, тебя обоссали. Я понял. Вот и повод сменить. Воскресили. На Мерсе есть какой-то скин или бикини. Да вот убил мы его только что это. Убил. Вот это пинг у тебя, Заки, конечно. Не, я в чате прочитал. Я не слышал. Помогите. Анна убил. Все, у них минус медики. Так, еще убил. Мерся, куда ты полетел стрелять-то? Ты чё? Что, меня пингует немного. Игра. Генжи где-то бегал. А Ганжа умеет дефлектить в режиме ульты своей? Я, честно говоря, что-то или не там помню. У него пропадает окно? По-моему, может вроде. Не знаю, что-то никогда об этом не задумывался, но скорее всего, да. Ребят, это в чате по поводу вопросов. Мы когда это играем, мы не можем отвечать, потому что мы сосредоточены, мы хотим побеждать. Надеюсь, вы не обижаетесь на это. Потом. Даже если обижаетесь, вы... Да Лёня точно. У тебя ульта, у меня тоже ульта, делай вывод. Да. Лёня, у меня тоже ульта. Погнали! Блять. Ух, как я тебя спас, блядь!
я в драконику стану... Как... Давай, 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 Лёнь, ебашь, 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 хитилю! Добивай! Где он? Я не остановлюсь, пока... Ах, я, у меня ульту влетели. Куда я на точке. Убил. Вы, кстати, зря не толкали, я так их разбросал всех. Ну я тебя хилил. Вы забываете сейчас потолкать. До 3 человек увеличивается вроде скорость максимум. Ты чё, подруга? Не, вроде до всех. Не, по-моему, 3 максимум по скорости. Ну, да. Я всего лишь 8 лет в этой игре играю. Ну да, видишь, там 3. Ой-ой-ой, ульта, ульта! Ультин! Ай! Эх, успел! У меня нет хп, Лёнь, так что давай. А меня убьет сейчас всё. Ах, сука. У меня щита не было уже. Да ладно, нормально. Половину. Всем привет. Мне пиздец. Прошел. Мне пиздец. У нас 1-1-2 хила только было. Могу стоять на ногах. Могу и воевать. Рамзес, проверь там на записи, есть ли звук игры и звук нас. И так далее, пожалуйста. Заодно надо выяснить, когда бог солнца явится нам. А. Ра? Или как там? Рака. Макафон. Сра. Спасибо, Сайдер. Пиздец. Сопли потекли немножко из мозга. Лен, ты там один, у тебя хила нету. Я боссан, Лен, ты боссан. Я в курсе. Блять. Я пушил. Анна, справа. Он еще аптечку, блин, сожрал. Чуть не еще, убил. Еще. Хорош! Я знаю. Хорош! Что творит? А ты свою? Ой! Ой! Я сопровождаю группу! О! Это Ан... Ой, это! Мойра, Мойра-то! Бля, господи, какой я ужасный! Где моя платиновая? Нихуя! Где моя платиновая нихуя? Сейчас щит кончится. Щит кончится. О, ебаш. Ничего, меня разобрали. Лёнь, ты что-то хорошего думал? Да. Но облажался. На подлете немного так. А, да, ладно. Ты может, я понял. Нормально. Я тоже могу. Толкайте, 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 ребят. Толкайте, да, я пока ковыряюсь, нормально. Лёнь, ты за щитом не могу хилить. И всё, меня ебали. Все окей, все окей. Денис, за защиту отойди. Угу. Слева двое. Давай их. Щит кончается. Анну забрал. Но... Да ёпт. Опа. Ой, мерця хороша. Ой, хорошая мерця. Кураю пустили. Ох, мерця затащила сейчас. Возвращаюсь в бой. Да, но, к сожалению, не до конца дотащила. Хоть кого-нибудь попал? Я двоих уронил. Еще один спит за машинкой. Сука. Ой, блядь. Зря я его сопелку выстрелил. Ох. Слышу зло. Ай. Которое держит меня в глазах. Прицеля. Почти развалил. 1.5 метра, ребят, давайте. Да. Если ты отъедешь, ты не отъедешь. Надо регрупнуться. Ультов у нас нету ни хрена. Пусть маленько. Ладно, у нас еще 2.5 минуты. Спасибо, лог газированный. Спрашивает, когда Денису долежит голову. Когда-нибудь, когда настроение будет. Да, уже скоро. Просмотры уже не растут. Все, кто хотел, уже посмотрели. Блять, я думал ты... Ладно. Че за голова, нет, блядь? Я... А, видос. Все, дошло. Так. Чё, погнали? Чё с ультой? Готово. А, ну у тебя еще нет, но... А, не нужна там, главное, твоя, блядь. А, над нами Ханзе. Где? А я не могу его достать. Ребята, он убежал, он убежал. Проблема.
О, танк, танк не хилится, танк не хилится, танк не хилится. Да он, сука, щиты свои поставил, мразь. Добью. Добил. Все. Все. И все. Все, да. Хорошо. Хорошо, я это пока это играли в чате, видел вопрос, как можно. Как, почему в это еще кто-то играет? Дружище. Не, это, надо, это единственная игра, в которую мы играем в данный момент. Это ж новинка, она только в этом году вышла. Мы вот или в прошлом пытались в одну игру тут поиграть сегодня, но не получилось. Думаю, это, тут, понимаете, Костян настолько отчаялся, что даже в Team Fortress предложил поиграть, но в итоге нет. Заказываю или не снова. Ну ладно, я могу, в принципе, на фаре сыграть. Костян анимешник, он сегодня вечером вместо того, чтобы с нами идти в ДБД играть, сказал, я пойду Final Fantasy боссов мочить полтора часа. Но больше не заказывайте. Типа, да, даже Сайд не настолько анимешник. Он вот с нами в Overwatch играет. Угу. Батла? Чё, нет, батла чё, у нас... Не, да, батла у нас стоп-слово. 2042 это точно стоп-слово. Я знаете что, кстати, понял? Осознал, так сказать. Что ну-ка. Проблема батлы главная в том, что в нее толпой играть вообще хуйня, а одному еще хоть как-то. Не знаю, с чем это конкретно связано, но я, например, я вот знаю, могу ее запустить. Связано. С чем? Снежное говно, это ну, понятно. С тем, что она не командная сама по себе в своей базе. Поэтому тебе что одному играть, что с кем-то играть, взаимодействие одинаково ноль. Но когда ты один играешь, ты можешь больше сосредоточиться на геймплее. Да, и... не на пиздеже, типа вот этом. Да. И там, соответственно, не весело. Вот в чем проблема. Ну, 2042, да, вообще не весело. Но я не могу согласиться, по-моему, в компании повеселее как-то играть в батл. Да, ну, не знаю. Мне кажется, массовое горение, оно ни к чему хорошему не приводит. Хуй знает, я когда один играю, я просто скучать начинаю в какой-то момент. Это что, наш модератор с нами, что ли, играет? Я понятия не имею. Нет, Заки, нет. А я вроде регулярного игрока сегодня видел в чате. Может, если хочет, пусть он зайдет. Он вроде как хорошо играет в этот в Overwatch. Через меня зайдет парень. Будет все хорошо. Да ты через тебя зайдешь, блять. 2-2 в обхвате. Нет, то, что вам нравится батлата, ради бога, ребят. Просто вот видите, он нам не заходит. Одному мне скучно играть, пацанам не нравится. Я и вот... В Деград Дискорде, короче, у нас люди в Battlefield 2042 играют. Это понятно. Как сервак называется, вот в то играют. Пардон, я единственный человек, который колду запускал недавно, Дениса, у меня там 30 FPS лог, и он не снимается, спасибо, я не знаю, огромное. В чем проблема. Колбасило за 300 рублей. Денису Наталья Рейка для спасения зеленой котлеты. Ага. Я регулярный игрок, я чую тебя просто уже, дружище. Я себе, вы меня тут уже влепили, пацаны. Так, ну... А где танк? Танк у них... Оу! У них сразу контрпик меня полный. Меня мочу, девка поглотила, Лёня! Сзади тебя девка! Ирика! Девка мочу сзади, поглотила. Лёня, ты куда смотришь? Я не могу, меня убивают со всей силы. Я даже отойти не могу никуда. Ну всё, теперь меня убьют нахуй. Чё за хуйня вообще? Господи, но тут контрпик полностью меня вообще. Мне кажется, вам надо с Денисом ролями поменяться просто. А я только сейчас взял солдата, я до этого эшку думал. Ну просто у них просто Закис здесь фары вообще не сыграет. Что-то у них да? Этот. Конечно, у них роботы сой бой. Ну ладно, ща перепикну тогда опять на солдата. Солдатом Денис играет. А, не репикнешь. На! Добить хуйню из коня эту. О, у нас корова появилась. Да что ж это такое-то, блядь? Сой бой у них хорошая. Бля, Лёня! Да я пытался. Я пытался, да, что-то. Девочка спит. Из
пиздец. Блин, всех разъебали просто. Не знаю, типа свинью взять, что ли, или что тут прям. О, ну у них супер хорошо играет танк и... У них мерча, ребят, еще есть. Пиздец, проходу мне не дают. Сейчас умру. Пытаюсь. Да я понимаю. Ульта готова, если что. Да ну нахрен. То, что ей не долетело. Да ну тут этот танк у них очень хорош. Очень. Ах ты, бабка ебаная. Я ни одного человека не убил в этом матче. Пиздец. Так. Убивают, ребят, убивают. Берите те, кто урон, короче, вдаль наносят. А, ну вот вы взяли. Мы на каких-то диких уебанов наткнулись. Да, бывает. Это прям бешеные. Не, пиздец, вообще в секунду меня это расковыривают. Не тянешь. Как говорил мой дед, танк див просто. Я нихуя не могу сделать против него. У них мерся, ну короче, у них все работает. У них фулстак, наверное. Где-то они за одну катку просто прокатили все. Да, ну тут да, дикие, окей, вопросов нет. Ничего, терпи. А чтоб мы не расслаблялись, нам такое вот подкинуло, я так понял, да? Ну, вполне может быть, да. У нас мы вчера везде выигрывали, вот Blizzard запомнил это. Да пусть докатывает. Ладно, окей. Совсем больно. Ну, короче, я выбрал фару, Денис выбрал солдата. И у нас с солдатом одну смерть сыграл. Ну да. Заки купил VR или все еще не собрал? Ну так я заказал за 31 500, но чувак, оказывается, уже все распродал. Пришлось отменять заказ. К сожалению, я был так рад, а потом оказывается. Я был так счастлив. Да. Спрашивают, как нам ПВЕ контент, а он здесь есть, дружище? А его нету. Вот, и ответ. Его же отменили, ты шо хоть? Они же вроде скажут, что до следующего года не будет, даже миссии. Ну. Сука, они чем это все занимались, я понять не могу. Да ничем, господи. Я думаю, там команда поддержки минимальная. Сиджем все, Сидж грустный уже какой-то тоже стал. Да ну, в CG, видите, они карты все сделали абсолютно одинаковые. Во, да-да-да, Леня, правда, я согласен с Леней. Но там и карты все одинаковые, и персонажи уже как в доте, такое весело. Да-да. Он имеет в виду не одинаковые, он их так переделали, что они друг на друга стали похожи по лейеру, по структуре. Это и называется одинаковые. Я думал, ты, может, не поняли, имел в виду, что они буквально одинаковые, типа. Мой уровень репутации понизили с третьего до второго, ну пиздец, ну пиздец. Идите в Дристоне, не. Куда? В Дестоне. Второй. Да упаси господь, вы чё? Я уж лучше их в варфрейм затяну, так хотя бы это поприятнее будет. Что, ты дом отстроил наконец? Варфрейм, не вальхейм. А, варфрейм, господи. Не, варфрейм пробовал пару каток сыграть, мне эстетика не нравится абсолютно. Уж лучше Battle Teams 2, мне кажется. А у них это костюмы? Бля, мы с теми же самыми играем. Класс. Надо было подождать, мы с теми же самыми играем. Сейчас мы их выебем. Нет, тут режим попроще. Нихуя мы их не выиграли. У них танк сильнее меня. Нет, посмотреть, я думаю, там. Ранки тут это пиздец. Тебя тебе справляют. Не, пизда вообще просто. Может ли в нем тогда чё? Чё время терять? Чё ли? А. Оу. Страшно. Карантин. А кто у нас главный был?
Денис, видимо. А, Денис тоже не понравилось. Ты подожди. Нет, сейчас-то как раз не надо ждать, они же играют. Все, да, я тупой. Мы оставили одну мерсю с ними на растерзание. А, предлагают в паладинс сходить. Ну, как-то мы ходили, я помню. Это как если... А кто? Ну, это паладинс. Да все, в доту пора. Вот видите, нет. Я вето накладываю на доту. Спрашивают, Денис, какого у тебя ММР? В доте, где? Очевидно. Ты никакого, я сроду не играл ни одну рейтинговую игру. Ребят, мы играем в Overwatch. Зачем нам дота? Зачем нам Siege? Блин. Сайда, ты там что-то подкрутил, рейтинг? Что ли, с микрофоном? Я что-то не пойму. Всем нужно. А что с тобой? Что не так-то? Ну, громче стал. Сделал его потише в Дискорде. Откуда золотых стенов столько? Я играл на солдате и на паре. Еще на жнеце у меня золотой. Вопрос Неста, стоит ли брать сейчас золотой финал? Как? Ну, пушка золотая. Да. А, но пушка. Это в рейтинге это... нужно выиграть а. Было сколько-то. Там 100 валют в меня... рейтинге, там что-то такое. У меня почти там на еще, всех персонажей, которыми я играю, золотая. Я, по-моему, на трех. Вот на турбосвине. Там... Мне на 7, что ли, на 8, не знаю. Колхоз, я спасибо показал, за там... 100 рублей. В донатике сказали про батлу, да? Там про батлу спросили? Да. Вопрос на 100, стоит ли брать сейчас финалку. Подожди, пару-тройку месяцев подожди, она будет стоить лет. 2000. 2-3 тысячи. Слушай, она это, да, она дорого очень стоит. Ну, и даже я это, вот, с учетом того, как я брал, я где-то за 5 взял. Игра, конечно, хорошая, но не на 5 тысяч. А, я в первую очередь о диске почему-то думаю. Диски уже прошлый век. Диски это очень актуально. Ой, у нас сзади Макри, господи. Да, Лёнь, я хотел убил, сказать, но... Убил, я думаю, что за комар меня за жопу жалит. Я что-то смотрел на него, блядь, а? И... Бляха, муха. Меня королева ебёт. Как тебя я так, ёбаный? Не... Да я неправильно. Спины зашел, чаржнулся, думал, утащу их, а меня Анна слепанула. Короче, агрессию начал. Еду, не доклад. А куда так у нас они... все ДДшники делись? Ну, Заки тут... сдох, а Денис что-то там прыгает. Все, меня разъебало. Окей, его тоже разъебало, окей. Блять! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Да ну! Да там этот... Я увидел, да, я понял. Робот сраный, короче. Меня бабка еще посылает. Постоянно. А, так у них еще и второй этот без морали. Это, регрупнитесь, не бегайте по одному. И куда ты один после этих слов пошел, Леня? Ну я по точку контестил. Ну а сейчас-то да. Я еще ульту просрал. Хорош, Леня, хорош. Да. Это, ну да нет, с Петей я никуда не пойду. Видимо, вот так вот я сказал. Возьми того, кто выебет всех. Хай есть. Ладно. Ульта, ульта, ребят. Да, Рису надо брать, я не могу против робота. Помогите мне с этой. Я хилю тебя только, хилить могу. Да, нормально, нормально. Вы у меня в прицеле. Все. Нормально, не ходи, не ходи дальше, не надо. Минус 3. Молодец. Да, нормально. Перепашек не видит, очевидно, это еще имел до подшреда ревенш. Я бы поиграл, кстати. Не хочет. Ну там можно втроем, вчетвером или там даже... Там можно вшестером. Вот вшестером я бы очень хотел, да, это было бы угарно. 6 угарно. Это слишком много. Там же адское месиво какое-нибудь. Вот я это и хочу выполнять. Блядь, 4-м-то я играл, когда мелкий был у нас. Это... Боб, ой, Боб пришел. Блядь! Сзади. Нет. У меня 3 хп, блядь. Все. А как она так далеко его заспаунила? Ну, он убежал. Где-нибудь. Зачем ты меня подняла? Я не из тех, что не падает. Бля, меня сразу усыпили.
Да отстаньте вы нахрен от меня! Я не могу к тебе подтепнуться? Да! Нет, все. Короче, я Арис. Давай, хватай. У меня ульта есть еще готовая. Ну вы смотрите, учтите, щита не будет. То есть не выходите, как обычно, там за углу тут маленький дверь. Что меня жарит-то ебать? Этот. Ну, это бомбочка. Это пиздец, кошмарище мой. Не, надо этот, надо регрупиться, что-то вообще не работает. Причем хила достаточно, урона. А, ну танк, я проебываю, понятно. Да я пытался эту аптечку взять, не получилось. Я проебываю танку их опять. Бери ДД, потом я танк. Ох, Берса, ну шо ж ты... сделает, но будет весело. Они пожалеют. А у нас медики-то где? Ближе идут, идут. Нас, блядь, нас там разъебали. Да я не знаю, кого. У нас это второй медик, это этот с шариками. Вы у меня нет. Пизда ебаная. Нахуй бабка, иди, блядь. Что здесь происходит? Ну я ультанул сзади, меня бабку усыпил. Свинота. Да, вы заебали, я себя буду стрелять. Ой, там хуже Реконин, блядь. Лень, ебаш. Меня убило. Тебя потормознем. Да бля. Охуеть. Да, мы его моментально бафнули просто. Я такой его притянул. Пиздец! Это пога. Он еще шифт прожал. Он превратился был, в турель. Пиздец. Не, в турель он превратился сразу после притягивания. Или он... Вот. Не, он был. Я нажал уже. Я притянул его турель. Давайте не сразу, подожди. Давай подождем, может быть, нам чуть-чуть полегче дадут. Блин, а без стрима-то... Ты че, это так не работает. Без стрима-то было гораздо лучше все. А так всегда и происходит. Потом никому не докажешь. Да. А, меня, кстати, вчера в КС тиммейты забанили якобы за читы. Ну, я в паблик играл на офисе. Вот. На офисе? Такие приколы там. Ой, у него прицел, типа, дергается. Давайте его забаним. Забанили на счете. 5-7 мы выигрывали как раз, последний раунд был. Ну, кикнули. Так играй этот... Рейтинг? Ну да, это. Так, а о, классно, я медик, нормально, ну ладно. Ну у нас макака есть зато. Макака, отлично. А как у меня? Мне свинота больше нравится, как это как танк. Свинот по нерфе. Теперь нихуя не может. Блять, ты слышал сейчас этот каламбурщик от макаки, блять? Да, нормально. Не отходите далеко, и я о вас позабочусь. Тут шутка юмора была. Винстон прожарил Кирика. Нас ждет много испытаний. Приступим к ним. Что такое уву? Это и есть уву. Это какой-то хентай. Сэй уву. Даже не пытайся понять, у них там свой язык. Нет, у это не факт, что анимешная тема. У это довольно старая хуйня, на самом деле. Может, я не могу узнать? О, робот тут! Охуевший маленький гном. Сверху макака. Макака, иди ебе макаку. Макака, ты пропустила макаку. У них еще Бригитта есть. Хилю. Турельку, бейте турельку. А у нас этот. Там щит. Найс, нормас. Куда, блядь, один запрыгнул, Бармалей? Ну, я обратно прыгнул.
Макака, это моя задача. Отдайте, хилок кто защищать будет. Вот, Леня, видишь, как прыгнул? Нет, не вижу, я умер. Ну, блядь, ебучая горилла нахуй. Ты чё, блядь? Денис, это он про тебя. Как вы так все умерли-то, ёб твою мать? Да вот так ты прыгаешь, как долбон один. Ты чё, я прыгнул, на меня сразу три человека отвлеклось. Вы чё делали в этот момент? Умирали от двух других, очевидно. Ну так ебать, если вы вчетвером не можете двоих замочить, какие мои проблемы-то в этом? Ну у нас, смотри, трейсер вон удобная. Там, понимаешь, здесь проблема в том, что ты каких-то левых чуваков на себя взял, а там эта макака нас разъебала. Вот макака сейчас меня дрючит, кстати, Денис. Можешь помочь? Удачи тебе с этим. Сука, бессмертная, пиздец. Я вон двоих оттеснил, вы там против троих сражаетесь. Да вы умерли все, Денис, все умерли, умерли все. Да. Давай, давай, иди. Ничего себе, стало назад. Пошли. Все, минус один. Осталось всего четыре. Ну, у нас основная проблема, это макака против макаки, короче. Но мы-то не можем друг друга убить, у нас урона не хватает. Да, вот я и говорю. А вот остальные ДПСники у них работают нормально. Вон, макака пришла ебать. Все понятно. Сайда, ты что там не хиляешь? Идёт. Два раза больше не хилял. Просто, блядь, меня ебут, понимаешь? А ты отойди подальше, возьми эту Анну. Чего? Выбегай. Не успел я тебя. Макака сверху идет. Макака наверху. Ебать, турель. В комнате за точкой. У меня это ульта. Блэд. Я, наверное, по идее, вообще не должен макаку убивать так. Могу и воевать. Ну, за. В смысле? А ты кто? В смысле, а кто? Ладно, я сменю тактику. Если я убиваю только ее, я ее убить не могу, мне дамага не хватает, ну, да, а тебе вся мелочь щелов пекусить. Да. Ну и мелких. Ну, в смысле. Какая? Ну, наконец-то, ну, вот, блядь, он допедрил. Да. Вот я говорю, наконец-то. Никто только на точке стоит аккуратнее. Где на точке? На самой точке, где-то рядом с машинкой. Так, минус солдат. Сейчас минус гном еще будет. Макаку там. Макаку у них. Минус гном, все. Макаку ультит. Минус макак. Бригитта еще. Убита Бригитта. Я репикнул. И трипер да. Репикнул. И стало хорошо. Все так. Говорят, что нет, хорошо, макак убьет. Это именно так, да. Это вообще игра про контрпик на самом деле. Добро пожаловать в Overwatch. Заки, короче, твоя задача — это медик любой и пушка. А не танка ебушит, оставь его. Там танка трипер заебешь. Этот чувак, кстати, 5 минут орал, что его никто, короче, не лечит. У меня 5000 хила больше, чем у нашего и больше, чем у команды. Ну, видимо, ты лечил всех, кроме него. Ну, возможно. Рандом в чате Overwatch врать не станет в конце. Там, они сменили, у них нет макаки где-то. Больше. Пушка вон там стояла. Но наш рипер только что слил ульту полностью, так что нормально. Девочка на танк упала. Господи, тут еще и дерево теперь образовалось. Видишь, кто пытается выпрыгнуть. Хилл, Блэд. Я лечу без перерыва. Пока этот гном почти мертвый. Девочка. Она уже не девочка. Ваше поколение. Леня все-таки нашел фрукты на рут 34, походу. Я имел в виду друг Лени. Вообще она это 16-летняя Лень, аккуратно. Так я и говорю, я тут при чем?
Я вообще медик. Я, блядь, заделываю все дыры. Сверху солдат. Опа, за 2 секунды меня набил до сотки этот бастион щиты. Ну давай, отомсти ему немножко. Не, ну сейчас надо подождать, пока не перезарядят. Опаньки. У меня, кстати, ульта есть. Да где-то под ультой. Так, там разложился танк. Ульта, да. У меня ульта готовая, можем протолкнуть этот тоннельчик. Ну их опять человек, так я имею в виду. Не, так 4, но да. А, робот, опять робот, робот. Бля, ты бы хоть видел маленький. Да, и так нормально. Ух ты! Nice. Давайте, катите, катите, катите. Получилось, классно. О, блин. Возможно. На командного убийства не было. Вы катите? Катим, да. Идут. Рипер. Машинка слева заезжает. О, блядь, меня разъебало. Да. Они тоже репетили. Да, Арису взяли. Как интересно за вами наблюдать с 3К часов. Ой, ой. Не наблюдай. Да, нормально. Блин, да у меня часов больше, но часы-то не показатель нихуя. Ну нет, не больше, конечно, 3К у меня нету, но... Я вот, например, не... Я, например, необучаемый, что ж поделать-то? Нормальная история. Кевик сколько не играет, все часа хуёво играет. Типа того, да, да. Куда Заки, шпы? Нельзя выходить напрямую туда. Не могу тебя отхилять, куда ты, блядь, уходишь, дебил? Он не валит. Мне так нравится. Орёт такой хил, говорит, и улетает куда-то там. Господи, как ты умер-то? Сука, у тебя бесконечные, что ли, щиты твои золотые, отца? Нет. Здорово, ебать, вимись. Да, есть. Там находим, там танк разложился. Танк разложился. Уходи, Зек. Ждем его. У меня ульта. У меня ульта готов. А, танк разложился, в смысле, кто? Ну, в смысле, бастион. Так мне, так, мне его, по идее, бастион. Надо. Сзади, сзади, Анна сзади. Анну убил. А, есть ульта, и Зек, у тебя есть ульта. Готовься. У них рипер сзади, в спине. Рипер в спине. Убью, убью рипера. Добью. Лёня, как это произошло? Да блин, проиграл. Я ему тупо, тупо, очень тупо. Сзади, сзади, сзади. Убит рипер. Очень тупо проиграл. Так, Заки, ты готов? Нет, Заки не готов, Заки мёртв. Окей. У меня ульта почти набитая, Лёня. Держите, держите, держите. Обратно, обратно отойдите. Отходим, отходим. Возвращаюсь в бой. Давай, Заки, бегом. Так, ждём Заки. Осталось 30 секунд. Я сейчас тоже ульту на длину дам. Так, я подошел. Заультил это. Потом. Я его убью, я его убью. Убил. Минус. Так, давайте ульту на длину. Да уже давай, 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 тут уже. Рипер, сзади, ребят, рипер! Бля. Давайте их двое всего. Нам курью пустили. Так это наш. А, у него двое их. Ёбаный робот. Но он вернулся уже. Петушара. О, смотри, смотри, лучник затащил наш. Да? Бля, 4 сантиметра. Не докатил, да? 4 сантиметра, сука. Не, все? Ладно, игру давай делать. Не, мы не успеем уже. 4 сантиметра до точки осталось. Вот по этому роботу. Окей, это было печально, да. Говорят, 4 сантиметра не приговор. О, ну хоть что-то весело.
Это очень делается. И это скилл. Да, такое. Помнишь, я вчера это два хедшота сделал? А 4 было килла или 5, я что-то так и не понял. 4? Давайте последнюю. Ну, командного не было. Пойду собаку гулять. Давайте последнюю. Давай. А в Overwatch сходим? Что, Денис, ой, в Overwatch пойдёшь? В Apex. Ну, можно на часик. А то вырвали меня из трепанга. Думал, реально в ДБД пойдем. Вот вы бы лучше... Покапил все. Ага. Трепанг взяли. Душевный подкаст, чем финалку. Я даже не знаю, что это. О, Шутан, кстати, да, клёвый. Кто клёвый? Я вспомнил. Шутан. В духе эфира, там мясной, там куча пушек. Бам-бам. Бам-бам, ёпта. Ну он это инди, не считай. Ну, там довольно... Ну, выглядит... это бросается в глаза, скажем так. Но выглядит неплохо. Ну... Да хорошо, если не смотреть, не присматриваться, то да. Блять, там... Там же она реально как фир, это и считает, разработчики хотели сделать фир. А фир, он довольно жутенький был тогда еще. И эти тоже решили хоррора нагнать. Там, короче, один из скримеров, так сказать, это, короче, ты идешь, и внезапно на тебя душ начинает лить. Так тупо, блядь, сделано. Ужасно совершенно. Намекает, что ты должен помыться. Или это, едешь, короче, ты в лифте, и внезапно у тебя глины начинаются, и тебе пишут, что это лифт перегружен, ты весишь 1000 килограмм, я вообще это не понял, что было. Это уже была правда. Жизнь, это была правда, да. Это, ну, типа, это, блядь, игра. Это очень плохо, я, блядь, не знаю. Игра фатшеймит. Да хуёво у неё это, со вкусом этой игры. О, Заки, смотри, ради тебя чувак взял моль летающий. Чтоб ты мог его... Которая луна вот этот. Ну вон моль. Только тебе надо не её убить, а сначала... Сначала это убить. Понятно. Там... А вы где, ребят? Все вообще в разные стороны. А мы сдохли. Ну, точнее, все сдохли, кроме могу меня. Стоять на ногах. Могу и воевать. Так, Лёнь, ты там совсем 11 теснил. Да, я в курсе, назад. Я в курсе. Вот отъезжаю. Я к тебя спасать пришел, а ты уехал. Блять! Ну, я отъехал. Вы сказали, я один. Я такой, ладно, я ухожу. Вы что там подыхаете все? Да. Говоришь, сверху по мне хуярит. У них солдат хорошо что все делает. Он стоит наверху, разъебывает. Его никто не трогает. Неприятно. Враг нас обошел. Денис медик, боже мой. За что? Я лучший медик на планете. Господи, за что? Могу подлечить. Давление бьют. Нормально, не первый раз. Ой. Там поглядывайте, ДДшники, за верхом, потом частенько, да, этот хуйло стоит. У нас там гномы ебут, по-моему. У нас вот здесь, сзади. Вот Мойра. Вот тут. Вот тут, наверху. Спасибо. Пошли, пошли, пошли. Один Мойра убьет, я думаю. Там солдат в окошке. Толкаем, толкаем. Заяц что-то постреливает кто-то. Ебать ты косой, братан. Опа. Опа. О, ребят! Это... Что-то нехорошее произошло. Не, нормально, они что-то все сдохли. Сами. На меня, мне четко на меня упал вот этот вот афроамериканец рукой. Так, надо дотолкать. А мы дотолкали. Дарис, рукой попал. Чуть-чуть он там без КП бегает. Пьяный, что а он пассивно-агрессивный.
Опа, я где твою турель? Его ебет, и он злится, что ли? Его ебут, и он да, злится. Да, у меня ульта готова. О, господи. О, я ульту проебал! Это фичка тебя. Да, моей же штукой. Она Райнхардом. Бля. Вот это сейчас эпичный слив был, конечно. Вообще просто. Вот это да. Ну это момент гейм. Вот то все, 5-10. Гей момент. Да. Как нас убили? Это брах момент. Феечку надо, короче, дрюкать, она мешает. Сзади. Лечение будет немножко, нет? Бегим, бегим. Не, все, я сейчас сдохну. Есть ульта, кстати. Ну, у нас у всех есть, вы только все не сливайте. Сейчас докатил. Солдат сверху крат. Сейчас попробую. Не дайте докатить. Уйтуйте там потихоньку свое говно. Ну давайте, вы чё, два метра осталось, блядь. Я тебя в гномов ульту свою пустил. Убил говноеда, нормально. А, наконец-то. Там я солдата сраного убил. Да, его резко. Похильте сзади. Тут он. Солдат сзади остался. Давай, разъебем. Тактический визор готов. Все, дабл у Дениса. Ах ты, сука! Бля, ты убил его, Лень? Нет. Сука, блядь, отстаньте, уёбки. Убил. А чё, не толкаем? А, ну, я Денис толкал, там. Отбежал. Я погнался за молью. Ульта, 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 ульта! Ребят, убивают. Меня Леня это харасит, тяжело хилить. Я понимаю, но меня харасит точно так же, к сожалению. Танк у меня, если что, этот МС кулак. Это боцана, а боцана на дороге. По-моему, только это наша ульта. Это наша. Лечу, лечу, там просто гном перед тобой стоял. Я понял. Наверху, сверху, наверху. Сверху та, этот солдат. Оказываю помощь. Меня харасит люди, я убивают. Танка один на один разъебал. Леня не выхилил. Пиздец, да. Очень разрозненно играем, просто вообще что-то как бегаем, прыгаем. Давайте соберемся что. Сейчас попробуем. Они сейчас докатят, а мы потом ни хера не докатим. Второго класса. Ну ёпта. Уйди с глаз того. Быстрее, 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 пока они не прокатили там, пока робот хилить пышет. Поменять. Мы тут все бежим. Да блюдь. Не все. Так. Не путайтесь под ногами. Так. Враг на прицеле. Имси кулак. Мерся вот тут наверху. Она сейчас поднимает, поднимет своего кого-нибудь за спину. Она точно поднимает, да, я слышал, она делает это. Не ходи, не ходи, не ходи. Это рандом. Собираемся вместе. Оп, под крышу. Что такое? А, ебать, это МС кулак. МС кулак, МС кулак наверху над нами. Ты куда, Толя? Это отлично. Это бесконечно радостно. Могу и воевать. Да господи, тут какой-то ад просто происходит. Господи, блядь. Мерсю фокусите, она очень плохо летает. Я не посмотрел. Найти и перехватить. Пока я дошел, вы все померли. Иди. Более активно. Но мы супер ровно играем с ними. Мерсю, мерсю, мерсю. Он, смотрите, ошибки какие делает. Летает. Ну куда, блин, это бил заехал? Не, нормально. Денис, когда гайды отлетят, да. А есть, кстати.
Кто-то меня же... А, у них там... А, это... да ёбаный этот солдат, он, блядь, заебал на этой хуйне там сидеть. IQ, как твой HDD, ну, блядь... спасибо за 100 рублей, Денис, как до гайда от Лёня. Я наматываю. Спасибо. Пошли. Мерсю, 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 мерсю. Забрал, хорош. Забрал мерсю. Хорош, хорош. Сейчас я бармалею вот это все. Нормально. Расковырено. Кто-то бегает вот тут наверху. Тёп. Тёп, хорошо. Они... Ромбик-то потрогали? Я что-то не понимаю. А, ромбик потрогали, но не докатили уже... до нашей отметки. Да, но мы сейчас обратно потрогаем. Еще теснять могу. Все, мы ромбик потрогали в обратную сторону. Летает, летает. Кто там у нас там? ДДшник пришли. Танк, я. ДД, нужен ДД. ДД. Блять, убивают. Ха-ха-ха-ха, копьем тебе в жопу. У нас, по-моему, со спины кто-то. Да, ну 40 секунд просто вытерпеть сейчас. Могу ли там катать? Не, пока нет, но ты зайди куда-нибудь, ну вон туда, вон наверх или еще куда-нибудь, чтобы было весело. О, почти готова ульта тоже. Тут моль где-то летает неприятно. Над вами. Она превратилась в Мойру превратилась. Она не в Мойру, она в меня превратилась. Твоя Риса. Это не Мойра? А, я путаюсь все время, да. Это подготовь. Я буду той. Вот это Экти Парабахтер ХХ сейчас классная была. Сзади один есть. Я все, стой здесь теперь, подолкаем. Там полумертвый у них, блин. О, успел добить, он миллиметр не дошел до респы. Все, они не подойдут. Дошел. Ну, хорошо, потолкнули в конце. Нормально, да. Отлично просто. Хабарыч, привет. Очередной вопрос. Будет ли Jagged Alliance 3 в подкасте? Нет, не будет. Опа. А, кстати, зря, ты же любитель тактического говна вот этого пошагового. Мне кажется, ну, я посмотрел геймплей, и что-то как-то мне не очень. Окей. А я если что, тоже не играл. Одна группа только, скажем так, обзор делала, и все. Больше ничего об игре не знаю. Ты все? Да. Может, да, еще одно, Ленечек? Давай на пососок. Да, ну нет, нормально. На пососок. Ну давай там орех пару игр. Ну, давайте пару орех. Пару орех. Как сказать? В орех. Все, чао, какао. Давай. Че, может, ну, может, еще придет, еще поиграем. Что-то мне это, овер прям зашел. Орех. Так. У меня тут недавно просто, короче, в роутере сдох этот самый, как его, блок питания, получается, и у меня на приставке провайдеровский горел только одна, ну, одна лампочка только горела из трех, типа питание, соединение с интернетом и третье что-то еще, вот, а у меня горела только какая-то одна, ну, просто в этом, в блоке питания, получается, сдох один конденсатор и недостаточно мощности было. Ну, то есть, по факту, вообще ее практически ни на что, кроме этой лампочки, не хватало.
Вот. Ну, благо было подходящий блок питания, и в этот же день перепаяли конденсатор. Пригласите меня к себе, я тут. Че, есть звук? Что ж вы такие не самостоятельные? Блять, я, сорян. Я у тебя, короче. Всё, блин. Погнали. Что, там ивента нет, что ли? Какого? Ну. Вроде там 2 недели до выхода нового сезона, а ивента нет. Обычно они за пару недель выпускают ивент какой-нибудь. Па-па-па-па-пам. Нес, ты Форанер скачал? Скачал. Может, никому завтра сходим, потратимся? Ну, то, что есть смысл. Это такая штука, надо сначала туда зайти на 2 часа и вспомнить, как вообще кнопки жмутся. В этом ну, пойдем, можем друг друга пожать. Я тоже поспоминаю. А то я на Юстиса Сари только играю нынче. Не знаю, посмотрим. Что если время будет? Что у нас? Там да вообще нет. Это реворк, Юстика говорят, будет. Почему не понял, один когда остался, звука что ли нет? Я не понимаю. Не знаю. Алло, чат, ты нас слышишь? Ну чё? Да чё, надо в мясо? Или там, Зеки, ты со звуком разбираешься? Да не должно ничего было поломаться, по идее. Ну окей, тогда погнали. Полетели. Ой, блядь, что за хуйня? Блин, издеваются, походу. Хорошо. Так, давайте я вот в этот дом сразу полечу. Окей. У меня подергивания неприятные. Ануса. Блин, непривычно. Человек! Здесь. Тебя уже? Пацаны, у меня проблема серьезная. Походу, это... Причем не с игрой. Бегу, 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 бегу. Вон здесь. Эх, аж. Один не добил его. А, тебе надо было убить, наверное. Да поднимаешь, я подниму. Что-то у меня... Реально, подлагивание какие-то нехорошие. Я сейчас кину гранату проверить кое-что, не пугайтесь, ладно? Да, все нормально. Чтобы переделать видео. Денису на новый комп. Закинь лампочку в раутере. Спасибо огромное, Элдар, за 50 евро Денису на новый комп, Заки на лампочку в роутере. Спасибо большое. А зачем Денису новый комп? Спасибо большое, Елдар. Или Эльдар. Я как бы скажу спасибо. Но я не получаю доната с пацановских стримов. Блять, поговорил бы что с людьми, пришло бы что-то порешить. Я и не хочу, я как бы не претендую на ваши донаты. Ваши донаты — это ваши донаты. У нас и так тут. Ты тоже здесь есть, как бы, так что ладно уж. Ну, ладно. Эльдар, хорошо. Посмотришь. Так, я слушаю людей. Я слушаю зло. У меня там зло бродит. Окей, бегом. Я оттуда как бы съебался. Они к нам едут. Они к нам приехали. Сзади у вас, ребят. Мне не могу стрелять вообще. Спан, спасибо большое за донат. Хвалю. Привет гей-команде. Сегодня ели рыбные палки. Еще. Ну вот сейчас где парочку стрелять? Рыбных палочек мы отведали, конечно. Да. Больно. Гей-фиш. Делсин. Um.
Блин, 50 евро, это ж очень много денег сейчас. Сколько там евро? 100 с чем-то рублей. Да, 5000. Там процентик еще, так что считай 4,5 где-нибудь. Что такое процентики? Ну, а, этот забирает в себе еще. Не этот, Заки, а Donation Alert. А. Не, Donation Alert. А, ну, может быть, сток, не помню. А, кстати говоря, чатик, если что, на стриме есть функция заказов мемов, экспериментальная, memalerts/degradkit, там можно заказывать разные мемы, они в разных частях экрана появляются. Все приходит тоже через Donation Alerts, но нужно отдельно на эту страницу заходить. Ссылка по команде мем есть. Эмбервистер, у него жопа слипнется, ты что за человек? Ну, не слиплась же. Блин, там реально куча этих мемов на мемалерце. Я там самом. Что угодно есть, мне кажется. Я так понимаю, они там все доисторические, да? Нет, современные есть. Ну там еще галочка Twitch Friendly стоит. Вот. Ну, значит, древние. Нет, не обязательно. Давай, летите кто-нибудь. И там есть свежие. Туда? Так, куда конкретно падаем? Я сюда полечу. Да, вроде никого нет, но я вон плохо сюда падаю. Но дома все-таки лучше поделить. Есть, пацаны, есть. Да ты че? На тебе уже убегаю. Война? Нет, они в дом залетели, но они рядом со мной упали. Я убегаю отсюда. Мастиф вот лежит. Неплохая штучка. О, мастиф я лучше возьму. Блин, Apex, ой, то есть овер-то поплавнее ощущается, чем Apex, на самом деле. Хотя здесь у меня тоже вепусов немало. Я, по-моему, так вообще одинаково абсолютно. А, ну, ощущается плавнее, потому что там FPS под 300, а здесь ограничение на 144. И даже если монитор поддерживает... Какая разница, у тебя монитор 144? Неважно, Денис, это все равно ощущается плавнее, поверь. На 60-герцовом мониторе, когда в CS было 500 FPS, она ощущалась плавнее, чем когда было 100. Даже... Болтал. Да. Слышу зло вот в этом доме. Вот там меня и пытались трахнуть, Денис, имей в виду. Ты, ну что, погнали воевать? Что-то, блядь, ни щитов, ни хуя нет вообще, только две аптечки. Вот. Вышел в дверь. Никого нет. О, Заки нашел друзей. Зацепил кого-то и подорвал гранаты немножечко. Добейте, добейте его. Я отползу вниз лучше. Так, я там тебя подниму, я доктор. А это что такое, ебёт у нас? Ай, блядь! А! Ну я этого убивал, сзади еще вышел. Так. Ой, все понятно. Не надо было сайт это поднимать все-таки. Да, наверное. Что меня там расстреляли в сраку, пока я это делал. Блин, ну и тут так долго люди умирают. Это пиздец. Вот я 166 урона в этого чела внес, просто пиздец. Мемалерт с команда восклицательный знак меме. Так, ящик открою пока. Там вот Наталья морская пехота есть. Например. Блять, новые мемы говорит. Нет, я только за старые шарю, я за новые не шарю. Окей. Правда, там, по-моему, надо авторизоваться через что-то.
Потому что там покупается изначально мемная валюта, и на нее заказывается мема. Троеточие, спасибо большое за 50 рублей. У принца Чуваши в школе было прозвище Бамбук, но он не вырос. Фан-факт. Не сказал бы, что фан. Окей, факт. О, Шон, привет. А вы знаете, кто такой Скоф? Конечно, знаем, нам же всем уже за 30. Честно, не знаю. Наверное, я не хочу знать. Заки, ты знал, так, что сегодня день органов государственного пожара? Давай, наверное, сразу свернем. Еще пойдем. Лоха газированный. Один знал, что сегодня только... день органов государственного пожарного надзора РФ. Нет, не знал. Я знал, что сегодня день дикпиков. Сегодня день отправки дикпиков. Это ты, реально, конечно, знал. Ну, я в чате, ой, в смысле, в телеге это увидел. В форчане в каком-нибудь, по-моему, или в 2ча. Так, я в целом готов воеваться. Ну, такое, но можно, да. Скип раз. Ой, это я возьму. Его. Щит какой-нибудь найти. Пизжи. Holy shit. Че, идем воевать-то, а? Да, погнали. Туда вот вроде падали. Туда склад падал один. Let us begin. Чем Pathfinder сейчас вообще брать? Он классный. Ух ты, блин. Заки спалили. По мясу там накидал. А куда он убежал, ты видел? Вон туда, вглубь. Я еще кого-то над собой вроде слышу. Воу! Господи, овца! Пиздец, она тут целился была. Вон там еще один, там еще. Двое там, двое бегут на вас. Одного нокнул. Последний вот, смотри, перед тобой слева. А нет, два их там двое, их там двое, он не последний. Два сквада, да. Ебать, вот это нас разговнили. Убили, да. И правда сквада, да. Охуеть. Нет, Андре Розер никому не кидал. Вопрос к Сайдеду. Видел ли он тизер нового класса на Сиену? И как он думает, кем она будет? Сообщество предполагает, что она будет как связана с хаосом. Раз одни горели цветами четыре главных богов. Хабарыч, спасибо большое за донат. Видел ли Сайда тизер нового класса на Сиену? Я даже не знаю, что это. Я тоже не понял. Сообщество предполагает, что она будет как-то связана с хаосом, раз огни горели цветами четырех главных богов. Наверное, это какой-нибудь Genshin Impact. Скорее всего, Ханкай. Сиен, Сиен. Я беда в том, что еще я эти сливы... Опа. Смотри. Это не наше. Мемчик из маски шоу. А, ну да, современные. А, он... Он говорит на П слово, да? Это не наше. Мне кажется, или у Заки микрофон пердеть начался, да? Пердеть, да. Ну я повыше немножко сделал, может, нормально. Блин, чел, я, к несчастью, это выбитый из деградсков, из деградовских донатов. Я потом посмотрю, что за донатик был. После катки. Опа, войну слышу. Ты идешь к ней к войне или что, я не понял? Нет, пока только слышу, по-моему, где-то там.
Я при оружии, но без говна. Опа, пошла война. Ну, лечись давай. О господи, блять! О господи, блять! Как ты прилетел? Да господи, отъебись! А что за ёб твою мать было? Меня разъебали просто в секунду. Здесь, наверху. Пиздец, блять. Ах, как я не попал, блять! Пиздец. Я не понимаю, я просто начал лечиться, и меня просто убило нахуй сразу же. Ну, просто в 2 секунды что-то. Никому не рекомендую этот матч. Или что-то у меня спросили. Иди как найдете, ладно? Заки повзрослел, с чего-то решил. Волосы начали на груди наконец-то расти, да? Вот этот. Ну да, что-то как-то сложно все в Апексе. Что по этому поводу скажете? Это разборка питерская. Блин, разборка питерская, мем. Мне кажется, на Твиче это опасно. Но мне эта карта вообще особо не нравится, если честно. Вот что меня подтормаживает. У меня все в ультра почему-то включилось. Какие-то мега-ультра. Мне даже там сказали, что у тебя видеопамяти чел не хватает. Акстись. У тебя, может, суперсэмплинг врубился какой-нибудь? Возможно, да. Так. Но вы там особо мемами не затаривайтесь, мы не очень надолго, в любом случае. This is your champion. The battle begins. May the gods bless you. Bless you, это благословляет себя, переводится, да? Ну, дословно, да, по факту это будь здоров, когда ты чихнул. А, да. Хуя себе, я не знал. В кружочке летим? Ну, да. А с нами сквадик один, видите, или бежит? Право, давайте куда-нибудь, сюда и влево. А, тут и с нами в одно кольцо падают. Я сюда падаю. Сейчас будет мясо. Надеюсь, вы там выживете. Мастиф. А кто-то уже воюет, не мы? Вроде нет. У вас люди здесь. Да, ко мне заходят. Да господи, сука ты, блядь! Да бэха-муха. Пиздец! Сзади, Заки. Это... да. Тяжко. Чё-то, да. Больновато. Пизда. Всё, карта сменится. Бля, ладно, давайте последнюю попытку, и мне надоело уже что-то. Ну, карта. Сосать хуи. Так себе. Нет, Марс Серафим, что-то я в принципе не могу в этом аппетите нормально стрелять, я не знаю почему. Не, ну к нему уж нужно пристреляться. Да, наверное. Чё это, блядь? Овервотч простой, все враги перед тобой всегда. Иди, постреляй спокойно. Ну, в смысле, большие. Зря ты сожжёт на кассет фьюзан, так я не увидел. Это... я вот сейчас чувака пытался попасть, он... и все. Он в меня попадает, я в него нет. Ну вот, новый мем был с Deadpie, стример вроде какой-то. Окей.
Окей. Он мне в хала против меня попадался. Когда галку нажми, Заки. Ой. Симолог, спасибо за донат. Спасибо, что взяли на себя тяжелую нож и деградирует за меня. Спасибо. Introducing your champion. I like the wind in my hair, bogs in my teeth, and long walks off a high cliff. Сейчас засканили 5к деградит, так я что-то тоже еще сказал. Слушай, Денис, давай в другую куда-нибудь сбегаем вместо. Пой подальше. Нет, уж, нет, уж я вот, вот чего я не хочу делать, так это лутаться 15 минут, чтобы потом точно так же сдохнуть. Бля, ну ладно, я тогда в эти дома побежал. Так, с нами падает два сквада. Я вот на этот вход приземлюсь. Блин, я тоже на него летел. Жень! О, есть. Ох, блядь. Что за хуйня, блядь? Я бы только 60 минут домогана нет. У меня тут... Школьник там. Советует всем сосать. Ой, тут еще один, блядь! Где ты последний? О, хорош. А, нет, не ты, Заки, был. Нет, нет, нет. Он выливнул, походу. Нет, да? Я думаю, тут другой склад их разговнил. Okay. Так, девка, давай я сейчас... Я подниму сайды, да? Да. Хотя мне надо, по идее. А, в смысле. Да-да-да, точно. Его возрождать надо. Это что сейчас за звук был? Мне это быстрее, я пометил. Денис. А, ты будешь? Ну, давай. А вам война? Да. Я не вижу вообще ничего. Ой, это целый сквад. Пиздец, почти мог. Уолтер. Да я ж только упал! Чем подальше, Уолтер. Я не буду заниматься с тобой сексом сейчас, Уолтер. Да господи, блять! Слава тебе, господи! Угу, что-то из Breaking Bad. Ебать, я убил кого-то! А, вы всех господи. Убили, что ли? Да. Ну. Неплохо. Господи, еще кого-то бля. Слышу. Да ты охуел! Хотя, ладно, возможно, это... Может, кто-то кажется. Из вас был. Ну да, иногда кажется. Так, если что, для легких винтовок от веса продаются фиолетовые две штуки в магазе. Надо. Я где-то, кстати, где я умер, там должен тоже. Быть R301. Да, я видел там на каком-то трупе было. Так, надо магаз искать. Ну, ближайший вот здесь. Ну, хотя есть с другой стороны, тут ближе все равно. Чел меня убил вот этот вот. Скалпирусер есть, надо кому? Давай. На. Пиписер. Еще один скалпирусер нашел. Ладно, я затем побегу. Блять. Ох. Короче, я в магаз. Я тоже, пожалуй. 400 метров
Назад. Поверните направо. Что-то у меня патроны не влазят. Короче. А, Заки, ты ж наш можешь в полет отправить, да? Да. Сайда, давай к нам. Погнали к Сайду. А, так, вот я пометил магаз, надо туда, пока очко не сузилось. Что-то как-то невысоко. Ладно. Блин, там ребятки. Расширяют очко. А, да, вижу. Я не вижу. Прям на магазине, они прям на магазине, мы можем их подкрысить. Себе, блядь! Нихуя себе, блядь, подкрысили. Прям мне ракету сюда прислали. Блядь, меня разговнили сразу же. Это мои ракеты, я на них авиаудар пустил. Ух, господи, сука, пиздец просто, ебать, я не понимаю, как это нахуй работает. Двум броню снял. Охуеть, как меня так снесли. Просто в кашу говнят. Один восстановился еще, да? А вон окнул. Ладно, все. Точно? Немножко вовер, немножко вот это, хватит. Давайте. Почти два часа. Ладно, давай. Всем спасибо за... Я тебе потом в ЛС напишу, Денис. Донаты за мемы. По ФФке? Да. Всем там, давай. Как захочешь зайти, так скажешь. Да, давай, я сейчас уже...